Самое главное – изменить. Это уничтожить все коррупционные схемы, уничтожить коррупцию в России. Вы понимаете, коррупция в России, она уничтожает изнутри и жрет наше государство. И оно, конечно, уничтожает наших всех граждан России. Вот если мы ужесточим уголовный кодекс в России, если мы каждого чиновника будем наказывать по всей строгости нашего закона, садить в тюрьму на 15-20 лет с конфискацией имущества, тогда у нас перестанут воровать. Когда перестанут воровать, тогда мы увидим здесь у нас шикарные, хорошие дороги и хорошие зарплаты.